День города – праздник для всех без исключения. В честь этого события участники Ивановского клуба «Авторетро и Кар» устроили выставку раритетных машин. Место выбрали в центре города, на набережной Уводи. И хотя свое мероприятие автолюбители не афишировали, оказалось немало желающих сфотографироваться с легендами российского автопрома. Ивановцы смогли увидеть несколько 21-х «Волг», ГАЗ-69, «Победу». Все машины на ходу. Но машины все в разном состоянии, в разной степени восстановленности, в разной степени оригинальности. Для кого-то это машина выходного дня, для кого-то это, как вот для меня, например, это повседневное транспортное средство зимой, летом, в любую погоду. Александра – единственная в Иванове женщина, владелица ретро-авто с 6-летним стажем вождения. За руль этой машины села в первый же день после получения водительского удостоверения. Училась я на простой машине «Лада Калина», то есть по сравнению с этой, это небо и земля. Я когда села на эту машину, за эту, переключение передач на руле, конечно, первый месяц было очень тяжело. Муж ее берег, она, все-таки ретро, тут женщина за ретро-автомобилем, это же всегда первую машину женщине нужно покупать какую-нибудь старенькую, чтобы она ее могла где-то там ударить, поцарапать. А тут меня посадили и сказали, только никуда не въезжать, не царапать. Хозяева ретромобилей преисполнены гордости за свои авто. День города, пожалуй, один из немногих праздников, когда они с удовольствием разрешают всем желающим сесть за руль любимой машины и сделать фото на память. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.